На лед выбрался. Ледок тоненький. Пробил десяток лунок. Сейчас поставим жерлички на глухаря. Жерличка представляет собой резиновый шланг с намотанной леской или ниткой. Тройник, поводок, грузило. Отмеряем глубину, где-то метра два, метра полтора поставим. Устанавливаем в расщеп. Жилечко на проволоке, если замерзнет сильно за неделю или за сегодня, будет несложно отдолбить. Ну и ставим карася. Вес приготовленный с осени еще. Горбинку его подсадим. Ну, сейчас вот таким вот способом. Не очень эстетичен. Можно попытаться поймать. Сейчас еще попробуем.